Наша программа основана на одном из старейших, наиболее успешных и испытанных в бодибилдинге методов построения мышечной массы и силы – на периодизации. Периодизация – это метод, включающий в себя изменение тренировки в определенные моменты с целью достижения максимального результата. В классическом виде периодизация подразумевает сначала использование небольших весов с большим количеством повторений, а затем переход к более тяжелым весам с небольшим количеством повторений в подходе. Как результат – прибавка в силе и массе. А теперь разберем нашу программу поподробнее. В самых бесхитростных программах, основанных на периодизации, обычно используется цикл с неизменным количеством повторений в упражнениях на протяжении 4-6 недель. Особенность этой программы в том, что здесь цикл, в котором вы придерживаетесь одного количества повторений, длится всего одну неделю. Вот почему мы называем его микроциклом. Микроцикл – это однонедельный период, когда вы используете веса, позволяющие вам сделать от 12 до 15 повторений. На следующей неделе вы повышаете веса и сокращаете повторения до 9-11 за подход. Этот микроцикл длится опять же одну неделю. Затем следует еще два. Каждую неделю вы повышаете веса и сокращаете повторения. Каждый микроцикл повторяется 3 раза за 12-недельный период. Так, в первой фазе вы делаете микроциклы номер 1, 2, 3, 4, затем на 5-й неделе вы уже начинаете вторую фазу, и все микроциклы повторяются снова. В каждой фазе 4 однонедельных микроцикла, то есть каждая фаза длится 4 недели. Потом вы повторяете эти 4 микроцикла еще 2 раза, итого получается 3 фазы из 12 недель. Когда вы используете небольшие веса с большим количеством повторений, как в микроциклах 1 и 2, вы работаете тем самым над увеличением размера мышц. Работая же с большими весами на небольшое количество повторений, как в микроциклах 3 и 4, вы увеличиваете силу. Так что здесь преимущество с обеих сторон. Вы работаете и на массу, и на силу, при этом разнообразие в количестве повторений сбивает мышцы с толку и не дает им застопориться. Так вы будете прогрессировать на протяжении всех 3 фаз. Ну и раз уже вся эта программа основана на микроциклах, мы сделали для вас видео, в котором подробно разобрано, что такое микроциклы и как их использовать в программе. Видео можно посмотреть по ссылке ниже. Теперь давайте поговорим о фазах. Каждая фаза длится 4 недели и состоит из 4 однонедельных микроциклов. Всего вы пройдете через 3 фазы на протяжении всей программы общей длительностью в 12 недель. Фазы 2 и 3 точно такие же, как и фаза 1. В чем разница? Каждый раз, достигая очередной фазы, вы будете замечать существенный прирост в силе. При том, что количество повторений в подходе будет таким же, как и в предыдущей фазе, вы сможете выжимать большие веса. Результаты у всех разные, но в основном говорят о прибавке в 2,5-5 килограммов, иногда даже в 10 килограммов в каких-то упражнениях. К тому же вы заметите прирост сухой мышечной массы. Наша 12-недельная программа включает в себя 4-дневный тренировочный сплит. Это значит, что вы будете делать 4 тренировки в неделю, за которые проработаете все тело. Каждую мышечную группу вы будете тренировать раз в неделю. Например, тренировка 1 направлена на грудь и трицепс. Тренировка 2 на спину и бицепс. Тренировка 3 на плечи и тренировка 4 на ноги. Приведем пример того, как вы можете распределить эти занятия на неделе. Понедельник – тренировка 1, вторник – тренировка 2, среда – отдых, четверг – тренировка 3, пятница – тренировка 4, суббота и воскресенье – отдых. Не обязательно делать именно так. Любой способ распределения тренировочных дней подойдет, но постарайтесь выделить хотя бы один выходной среди 4 дней занятий. Иначе говоря, не стоит заниматься 4 дня подряд, а потом 3 дня отдыхать. В дни отдыха предпочтителен так называемый активный отдых. Не тягайте в эти дни железо, но займитесь какой-нибудь физической деятельностью. Любая, какая вам нравится. Поиграйте в баскетбол, погуляйте в парке, можете даже поделать немного кардио. Особенно, если стараетесь не набрать лишнего жира во время набора массы.
Продолжительность тренировки может быть разной, смотря какая это тренировка и как долго вы отдыхаете между подходами. В каждом микроцикле вы придерживаетесь какого-то количества повторений. Например, в первом микроцикле от 12 до 15 повторений. Вам следует придерживаться именно этих 12-15 раз за подход, так что сколько вы отдыхаете между сетами, зависит от того, как быстро вы восстанавливаетесь. При том, что вам нужно выжать такой же вес определенное количество раз. Некоторым хватает 2 минут отдохнуть между подходами, другим нужно 3-4 минуты. Тренировки 1 и 2 могут занять примерно 1 час и 15-30 минут, а тренировки 3-4 займут около часа, может быть даже чуть меньше. Как вы можете увидеть, для мышц пресса и голени повторений становится больше в каждом микроцикле. Это связано с тем, что эти мышцы лучше отзываются на нагрузку с большим количеством повторений. В первом и втором микроциклах вы будете использовать метод увеличения интенсивности, известный как отдых-пауза. Делается он в последнем подходе каждого упражнения. Название «отдых-пауза» собственно говорит само за себя. Итак, последний подход вы делаете в отказ, затем кладете штангу на место, отдыхаете 15-20 секунд, снимаете штангу и продолжаете подход, пока не дойдете до отказа. В третьем и четвертом микроциклах другой метод дропсеты тоже в последнем подходе каждого упражнения. Доходите до отказа, затем тут же снимаете от 20 до 30% веса и продолжаете подход. Не так уж и важно, сколько именно вы снимете. Желательно снять достаточно для того, чтобы сделать столько повторений, сколько берется за норму в этом микроцикле. По этой 12-недельной программе вы можете заниматься без партнера, но наличие страхующего крайне желательно, особенно в таких упражнениях, как жим лежа и приседания. В них вы будете работать до отказа, попросите, чтобы вам помогли со страховкой, иначе все равно придется звать на помощь, но уже со штангой на груди. Термины «повторения» и «подходы» вы будете слышать чаще всего. Подход – это выполнение упражнения за один раз. Повторение – это сколько раз вы повторили упражнение в одном подходе. Например, вы подняли гантели 12 раз, передохнули, сделали еще 12 раз. Получается 2 подхода по 12 повторений. Рабочие подходы должны быть настоящим испытанием. Если нужное количество повторений и даже больше вы делаете с легкостью, значит вес слишком мал. Например, нужно было сделать 12 повторений, а вы с легкостью сделали 15, значит нужно увеличить вес. Последние 2-3 повторения должны даваться с трудом. На них вы должны бороться с весом, но именно эти 2-3 повторения больше всего сказываются на результате. Если же нужно сделать 12 повторений, но вы едва смогли выжать 9, снижайте вес. Оставьте свою гордыню и эго за порогом спортзала. Вы здесь не для того, чтобы демонстрировать всем свою силу, а для того, чтобы становиться лучше. Вы должны прикладывать усилия, но не в ущерб сосредоточенности и технике. В каждом подходе вам нужно едва доходить до отказа. То есть после подхода, если вам скажут сделать еще одно повторение, у вас на него не хватит сил. Не бойтесь, что не сможете доделать последнее повторение в подходе. Это показатель того, что вы подобрали достаточно серьезный вес. Многие забывают делать разминку, несмотря на ее важность. Разминка помогает организму перейти в состояние, оптимальное для сжигания жира и построения мышц. Уж тогда-то вы будете знать наверняка, что усилия не пропадут напрасно. К тому же разминка важна для предотвращения травм, таких как растяжения, судороги, разрывы. Избежать их на самом деле нетрудно. И кроме того, разминаясь, вы хорошо настраиваетесь, ведь к тренировке лучше приступать с позитивным настроем и разогретыми мышцами. Абсолютно необходимо вести дневник тренировок, записывая веса в каждом микроцикле. Так вы будете знать, какой вы вес брали в прошлый раз и сколько вам нужно добавить сейчас. К тому же так вы в конце концов увидите, с каких отметок начали и до каких дошли. А разница, уж поверьте мне, будет впечатляющей. Первое упражнение для каждой мышечной группы – это своего рода индикатор силовых достижений. В нем силы еще свежие, и именно в нем, скорее всего, будет больше прирост силы.
Вам все это может показаться сложным, не беспокойтесь. На нашем сайте мы привели всю нужную информацию. Мы подготовили для вас пример тренировочного расписания, список всех упражнений, базу данных упражнений, с помощью которой вы научитесь, как их выполнять правильно и безопасно. Вам нужно будет только распечатать программу и взять ее с собой в спортзал. Не забудьте посмотреть видео о микроциклах, питании и спортивных добавках. А чтобы узнать подробности о тренировках, перейдите по этой ссылке на подробное видео.